І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за перебрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знову постукали. Напад бойовиків «Хамас» на Ізраїль повністю виправдовує так звану спеціальну воєнну операцію в Україні. Щоб ви розуміли, до такого висновку дійшов так званий російський експерт передачі Соловйова. Сьогоднішня історія з Ізраїлем оправдує повністю нашу СВО. Ведь согласитесь, если бы Израиль заранее знал о том, что сегодня будет нанесен массовый ракетный удар и попытки прорыва границы по большой линии соприкосновения, они бы, наверное, не молчали, они бы, наверное, не готовились отражать этот возможный удар. Просто был бы нанесен большой превентивный удар, как сейчас наносится удар ракетными ударами самолета, только он был бы сделан заранее. И никто бы им не сказал, что они агрессируют. Нет, они якобы начали войну на предупреждение. Так и Россия начала СВО для предупреждения, чтобы не было вот таких террористических атак на наших граждан, чтобы не было атак на Крым, чтобы не было атак на Донбасс. А сейчас Израиль будет себя оправдывать вот этой вот контртеррористической. А у студії пропагандиста Соловйова тим часом знущаються з Ізраїля та російських громадян, які туди емігрували. И здесь я хочу, чтобы очень четко было понятно. Я еврей, но не израильтянин. То есть у меня нет любимчиков, кроме моей родины. Моя родина – Россия. Все, вот все легенды, которые строились об Израиле, вчера оказались разрушены. Железный купол не справился. Сахал не справился. Эту зону не контролирует Моссад, поэтому, скажем по-другому, военная разведка Израиля не справилась. Самый неубиваемый танк в истории, лучший, который есть, и близко не справился. Поэтому вместо того, чтобы тиктоки снимать военнослужащим израильской армии, всюду в сети были, надо было заниматься боевой подготовкой. Я в тысячу, вот не знаю, в который раз вам повторю, запомните. Никакой Бучи никакие русские никогда не устраивали. Это не в коде русского солдата. Это не в коде православного человека. Мы так себя не ведем. Так себя не ведут русские мусульмане, русские буддисты, русские иудеи, русские православные. Русский солдат себя так не ведет. Хочется только, пользуясь случаем, передать привет Максимке из Тель-Авива и всем остальным. Это уже возвращаясь к нашей родине, к ценностям нашей Родины и к тем, кто нашу Родину покинул. К этой тетечке, не помню ее фамилию, бывшему гендиректору Яндекса, которая, уезжая, сказала, что она не может жить в стране, которая воюет со своими соседями. А наша страна ничего подобного тем картинкам, которые мы сейчас видим оттуда, не позволяет себе, не позволяла себе никогда. Как ты совершенно справедливо отметил, это не в коде нашего народа, не в коде нашего солдата, и слава Богу. И это одна из причин, почему мы, собственно говоря, так любим свою родину. Це черговий доказ того, що ці істоти ніколи не стануть людьми. Записав відео російський гуморист Максим Галкін. Той заявив, що він усвідомлено залишається Залою Пугачовою та їхніми дітьми в Ізраїлі. За словами артиста, його родина могла б вибрати для життя будь-яку європейську країну, але хотіла жити саме в Ізраїлі. Він також додав, що пишається тим, що там залишається. От сьогодні у нас понеділок. Сейчас в Израиле относительно затишье в том районе, где живем мы. До этого были несколько дней, когда были сирены. Больше полутора лет назад мы уехали всей семьей из России. Сколько бы ни пытались называть наш отъезд бегством, это неправда. Бегут от угрозы. Нам ничего не угрожало. Как и России ничего не угрожало в феврале 22 года. Опять же, это был осознанный выбор. Мы уже много лет граждане Европейского Союза. У нас есть европейские паспорта, и мы можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных цивилизованных европейских стран. Без проблем. Хоть завтра. Но мы выбрали Израиль, потому что я очень люблю эту страну. Потому что мне здесь спокойно. Потому что мы с Аллой чувствуем себя здесь своими, не чужими. Так же, как мы всегда чувствовали себя в России. Я еврей по маме. Это часть меня. Поэтому мы выбрали Израиль. И ни одну минуту об этом не жалеем. И сегодня, в эти трудные, горестные для Израиля дни, мы здесь. И даже не рассматривали
возможность куда-то уехать. Хотя она есть. Бен-Гурион аэропорт открыт. Да, не все авиакомпании летают, многие боятся. Но Иляль продолжает летать. И другие авиакомпании на свой страх и риск летают. Поэтому улететь можно. Но мы не улетаем. Мы с Аллой, наши дети, мы хотим поддержать израильский народ. В эту действительно тяжелую, трудную минуту. Это большое горе. И, конечно, мы гордимся тем, что мы имеем теперь отношение к такой сплоченной нации. Государство, где патриотизм – понятие не дутое, не искусственное, не навязанное сверху. Оно идет из глубины сердец миллионов израильтян. Вы можете видеть съемку, которую сейчас показывают в новостях, что аэропорт Бен-Гурион переполнен. Это туристы, иностранцы, они улетают, их можно понять. Но израильтяне не улетают из Израиля, не бегут. Израильтяне со всего мира приезжают, чтобы поддержать страну, чтобы воевать за нее с оружием в руках. Те, кто спрашивает, почему я не на фронте здесь, я могу сказать, что если бы я служил в армии Израиля, и были хотя бы какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь, я буду помогать. Я думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно то, что мы с Аллой сьогодні здесь, в сложне время для Ізраїлю. І поки в Ізраїлі гинуть люди, росіяни продовжують вихваляти свого царька, злочинця Путіна, за вміння обирати союзників. Я постараюсь так по-воєнному, немножко, може бути, цинічно. Со сторони російського офіцера посмотреть на всі ці события, которые есть. Если сильно не заморачиваться, чей союзник Ізраїль? Соединенных Штатов Америки, чей союзник Иран и тот мусульманский мир, который вокруг него наш. У нас есть свои цели и задачи, которые, в общем, бесподобно наш президент определил на Валдайском форуме. Ядерні зброї бути? Росіяни вже навіть не знають, яким боком трясти своєю ядеркою, щоб хоча б хтось вже нарешті злякався. Он заступник керівника фракції «Єдина Росія» Андрій Ісаєв у пропагандистському шоу підтримав ідею ядерного удару по Сибіру. На думку російських політиків, удар по своїй території здатен налякати НАТО. Там ще в початку цього року говорили про можливому потенціальному іспитанні ядерного оружия. Кажется, ми к этому приближаемся. В уставі гарнізонної і караульної служби это называется предупредительный выстрел. Предупредительный выстрел – вещь важная. Зря его в устав бы не написали. Он многим жизнь спас глупым нарушителям. Прозвучал, и нарушитель остановился. Я уверен, например, что проведение испытаний 30 сентября 1961 года на новой земле «Царь бомбы», или, как ее еще называли на Западе, «Кускина-мать», да, очень сыграла существенную роль в предотвращении ядерной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, в том числе во время Карибского кризиса. Потому что наглядно Запад увидел, что это такое. Мы уже по уставу гарнизонной караульной службы команду «Стой! Стой! Стрелять буду!» неоднократно подавали. Не сработало. Наступает время предупредительного выстрела. Ну що, жителі Сибіру, як вам результат правління Путіна? Он, до речі, Маргариточка Сіманян тепер доводить, що це не вона божевільна закликала підірвати Сибір, а 100 там різних ЗМІ, які процитували її слова, та мільйону людей, які переглянули її відео. Було дуже неприємно на цій неділі, коли вдруг сотні ЗМІ розпространили про мене повну чушь о том, що я призвала нанести ядерний удар над Сибірю. Послушайте, я 20 с лишним лет работаю в эфире, меня никто не мог заподозрить в том, что я сумасшедшая, и для деменции вроде мне как-то рановато, а для дебюта шизофрении вроде как-то поздновато. Разумеется, я ничего подобного не предлагала, не говорила, не говорить не могла, и теперь мне просто приходится судиться со всеми теми, кто этот фейк распространил, потому что это оскорбительно для меня и для тех людей, кто это услышал. В первую очередь для граждан Сибири. Уважаемые граждане Сибири, ничего такого я, естественно, не предлагала и не произносила.
Тут он ще у програмі Соловйова скаржиться, що Україна цієї зими зможе завдавати ударів по російській енергетиці дронами та ракетами. І увага, говорять, що це терор. Следующая ставка будет сделана в период, когда уже наступит, условно говоря, зима, отопительный сезон, ставка будет сделана на ракетно-дронные атаки по энергетической инфраструктуре. Ну да. То есть, ну, это абсолютно логично, мне кажется, тут просто надо иметь это в виду и готовиться, конечно, к тому, что они будут продолжать действовать в этом направлении. Сомнения, то есть они перейдут к террору, как они всегда делают. Ну да, им нужен пиар. Ну такое, що це за прозріння. А минулої зими у тій же студії радісно закликали розносити енергетичну інфраструктуру, щоб заморозити українців. А тепер що? І схоже, щось трапилось, бо чоловік он з Кабієва і всупереч путінським заявам санкції нам на пользу, заявив, що санкції приносять лише біду. Поймите, вообще не об этом речь сейчас, не о возвращении памятника Дзержинскому. Речь о том, чтобы выиграть войну, накормить народ, сделать страну технологически независимой, потому что иначе мы просто. Вот. У нас самолета нет дальнемагистрального. Это гораздо важнее. Я хочу об этом подумать. О двигателе ПД-35, чем о Дзержинском. Ну вот серьезно. Это не того уровня проблемы, которые сейчас должно государство решать. Вот мы зацикливаемся. Давайте Войковскую переименуем. Давайте Дзержинскую вернем. Да подумайте, как лопасти делать для ПД-35. Вот задача. У нас нет дальнемагистрального самолета. Я сейчас на форуме был во Владивостоке. Такая сидела линейка умных, уважаемых людей. Вот, там была дискуссия по поводу санкций. Они такие, вот санкции это возможность, санкции это круто. Я говорю, вы что, с ума сошли, что ли, все? Санкции это круто, это возможность. Это не возможность, это беда. Санкции это препятствие, это стопор, это ограничитель для развития. Я такой говорю, а кто здесь, говорю, вот прилетел из вас на российском самолете сюда, во Владивосток, кроме меня? Тишина. Вот, тишина. Москва. Я летел на суперджете с двумя пересадками. Новосибирск-Иркутск. Наоборот, да, Новосибирск-Иркутск. В этом смысле нам вот чем надо заниматься. Давайте подумаем о памятнике Дзержинского. Да вот реально, вернется он туда или нет. Это не так, мы об этом потом подумаем. А в іншій студії тим часом заявляють, що вони на болотах зараз переживають золоті времена. В нашій країні все прекрасно. Якщо ми говоримо о золотих временах, ми якраз зараз їх переживаємо. Потому что зарплаты... То есть это уже золотые времена? Ну, золотые, золотые... Нет, ну не золотые, будет. Я не знаю, что там дальше. Была там платина у нас. Нет предела совершенства. Хорошо. А вот, смотрите, вот разговоры про то, что в стране все плохо, это очень странные разговоры, потому что простому рядовому человеку что нужно? Чтобы заросли зарплаты, а они растут, и там очень большой рост реальных зарплат, там около 10% в реальном исчислении за вычетом инфляции. Доходы растут, пенсии растут. А насколько там подорожали апельсины, бананы, да, это важно. Но если рост зарплат перекрывает рост бананов, цены бананов, то по большому счету человеку не важно, как они выросли. Так. А если говорить, перекрывает ли? А если говорить о том, что происходит с рублем-долларом, то для меня совершенно очевидно, что тот завышенный курс, который мы сейчас имеем, это совершенно искусная история, которая в интересах Минфина и бюджета. То есть сдерживается продажа валютной выручки на внутреннем рынке для того, чтобы держать курс высоким, и за счет этого бюджет получает дополнительное финансирование. И за счет этого в следующем году на дефицит бюджета планируется вот в том бюджете, который сейчас там принесен в Думу, на уровне 1%. За счет чего это будет? За счет того, что на ближайший там год доллар у нас будет не на реальном уровне 85-90, да, а на завышенном уровне 100, 110, 112, где-то так. Прямо и за счет этого бюджет будет какой-то... А если, погодите, а если нефть наша, любимая? А как ее говорят, нефть-кормилица, да? Нефть-матушка. Нет, смотрите, нефть. Иные люди в телеграм-канале. Она попрет дальше. И будет те самые 110, Бога. Ведь 120. Проблема-то не в том, сколько будет стоить нефть, а в том, куда денутся деньги, заработанные на этой нефти. Если эти деньги останутся там, за границей, то курс будет такой, какой есть. Понял. Это первое. Более дешевый рубль, конечно, выгоден с точки зрения наполнения бюджета, с точки зрения там за счет экспорта и всего остального. Но вот та цифра, которая сейчас, она невыгодна. Она невыгодна в том числе по политическим причинам. Потому что, ну, в общем-то, мы видим, что для государства сейчас проблема. 100 и выше – это невыгодно. Потому что это политическая проблема возникает. Вы видите хоть одну демонстрацию, значит, протеста? Вы знаете, отсутствие демонстрации, отсутствие активных форм протеста не означает, что это не является политической проблемой. Народу доллар не интересен, народу интересна инфляция. Народу, совершенно верно, народу интересно, чтобы цены не росли галопирующими вещами. Так они не растут галопирующими. Ну, вы знаете, в целом средний уровень инфляции, он, конечно, не такой большой. 7% еще раз, не еще раз. Ну, вы же умный человек, и прекрасно понимаете, что средняя температура по больнице. Это средняя температура по... Нет, какой-то средняя температура по больнице. И давайте нашим, ну, не врать нашим людям, которые смотрят телевизор,
телевизор, я не вижу, что по отдельным товарам все-таки цены выросли так, как поэтому... Правильно, бо далі тільки гірше буде. І неймовірне відкриття для російських пропагандистів. Виявляється, більшість дітей на звільнених територіях хочуть вивчати українську мову. Але як тоді проводити денацифікацію? В якому язикі хочуть вчитися в наших освобождених областях. Тут вдруг вот подвернулся мне материал такого свойства. Мы там начали налаживать процесс образования, молодцы, отлично. Опросы показали, что в одном районе хотят, вообще говоря, чтобы в школах учились на мове 57% родителей, в другом 60%, и вот эта цифра все время болтается между 40% и 60% желающих учить мову. С одной стороны, запретить это невозможно, потому что для них это вопрос как бы изучения родного языка, правильно? Запретить не можем по закону. С другой стороны, превращать его в факультатив, значит, кто-то должен преподавать этот язык. Правда? Правда. А как же мы тогда будем денацификацию проводить? Так-так, це ті самі люди, які обурювалися утиску російської мови в Україні. Під денацифікацією, скоріш за все, мається на увазі геноцид. І наостанок, диктатор Лукашенко представив Бульболінк. Ну, щось начебто схоже на Старлінк. Ти то, що Маск за мільярди доларів зробив, ти сам зробив безплатно. Так. Ну, не безплатно, але за дуже маленький. Ну, понятно. Ну, не за мільярди доларів. Никак ні. Тобто Маск нам не нужен. Нам ні. Имеющимся с ресурсом и способным... Ну, это система работает по принципу Старлинка, да? Так точно. Значит, возможности по предоставлению услуг связи здесь, помимо всего, предоставляется удаленный доступ к сети интернет. Чтобы было простыми словами, где-то в Минске точка доступа интернет. Она транслируется через станцию спутниковой связи, выходит сюда, и через роутер Wi-Fi раздает этот интернет. Ага, вже бачимо, як Ілон біжить закидати мемчики в Твіттер про Лукашенка. Друзі, ставте лайк, з мене наступний випуск.